Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Весперию, ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами забрели в некие руины. Эй, а черт, не попал. Ну так вот, теперь нам надо в этих руинах как-то с вами сориентироваться. А, слушайте, у нас пункты сохранения нас еще и лечат, да? Как это приятно. Прекрасно. А, что-нибудь приготовить? Не можем. А, жаль. Окей. Ну, и, в общем-то, в этот раз мы с вами будем пытаться отсюда выбраться. Ага. Блин, я забываю пытаться эту штуку кидать. Блин, вот эта вот тема, кстати. Во. Интересно, у нас все остальные пытаются фокусить на тех же, на ком и мы, или они поначалу выбирают цель и не очень охотно ее меняют? Но, судя по всему, собакин-то за нами следует. Ну-ка. Эй. Мышь, ты чё лежишь? Мышь как-то очень долго лежала. Ну, да, нам с вами тут предстоит, конечно, еще побегать. Ну-ка, сейчас мы в него чпоньк. Не помогло. К сожалению, этих можно заморозить, но ничего более. Эй. Стоп, у нас же есть с вами какой-то режим свободного наведения, нет? Точнее, он вот так вот должен включаться, если я не ошибаюсь. Во. Держи. Держи, рыбёх. Рыбёху зафигачили. Было бы здорово, если бы мы с вами какие-нибудь рецепты получили новые. Ну, с учетом того, что у нас постоянно выпадает какая-то мокрель, форель и прочая фигня. Так. Тут пусто. А что там была за лестница в центре? Вопрос. Я ее полностью проигнорил. Почему-то пошел сюда... Думаю, что здесь какое-то боковое ответвление, а здесь, судя по всему, основная часть. Ой. Ай. Че, он нас врасплох застал? Так, ну, главное, что девчуля-личуля с нами. А там уже остальной состав пати, он настолько вторичен. Ну и плюс у пацанчика есть шанс помахать своим топором, я даже только за. Опа. Вот, если бы, как бы... Девчуля-личуля с нами всегда гарантированно была. Я бы вообще за вот мега-микс выступал, чтобы каждый раз рандомные были. Так. Что и куда? Ага. Понятненько. Ну, к счастью, я так смотрю, монстры и не респавнятся все-таки без нашего участия. Держи. Тю. Ага. Во. Сейчас наваляем им. Ну-ка. Отлично. Слушайте, а мы молодцы с вами. Я, кстати, зашел в ачивки стимовские игры. И там есть ачивка набрать комбо больше 100 ударов. То есть в какой-то момент мы с вами это, скорее всего, сможем. Ну, я надеюсь. Это прикольно. Чпок. Это что у нас откроет? До конца? До конца. Блин, а что тогда за лестница, которую мы пропустили? Давайте туда сходим, посмотрим, как минимум. Потому что мне интересно, а здесь еще и вот этот голем. Кстати, смотрите, он выглядит, как будто у него вот посередине нос, такие щеки и глаза, ну, то есть вот на теле. То есть это не как будто мышцы, это как будто такое нелепое лицо. Прикольно. Да. Ну, про... О! Вот оно что, Михалыч. Вот что мы пропустили с вами. Немаловажное. Так, ну сейчас... Так, хорошо. А со ступеньками-то что? Ну мы туда идем. Окей. Вот они, ступеньки. Путь преграждает прочный забор. Сломать его сможет разве что землетрясение. Понятненько. А вот здесь... Ну, скорее всего, мы дострелим. Давайте попробуем. Я бы все-таки попытался. Ну, черт знает, что оно нам откроет. Тем более, монстры действительно не респавнятся. Ну, то есть, если мы из локации в локацию не переходим, то все у нас с этим хорошо. Поэтому, ну, никто нам не мешает тут свободно совершенно побегать и потыкать. Это не те игры, где все завязано на количестве шагов. Ну, знаете, наверное, допустим, в той же финалке там... ой. Там типа рандом энкаунтера, они зависели от того, сколько ты прошел. По-моему... Нет. В Хроно Триггере я, кстати, не помню.
То есть вообще, я не помню, есть ли в Chrono Trigger рандомный энкаунтер, мы же всех видим на карте мира, или нет? Эй. Так, ну-ка. Мечужок. Эй, валим, 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 валим. Девчонка, извини, ты на время сама за себя, но мы сейчас все сделаем. Эй. А вот так вот? Ой. Ну-ка, давай, давай, боксерский прием. Подбегай и по щам ему. Дан-дан-дан-дан-дан. Ха-ха. Готов. Отлично. К сожалению, готовить мы ничего не можем. Ну. Чё-то они вообще не реагируют никак, да? Ай-яй-яй-яй-яй. О, пришел у нас дубасть. О, кто там на 813 ему? Вы видели это? Там только что вот тому дальнему голему зарядили на 813. Я так понимаю, это наша девчуля-магачуля. Но она прям может. Класс. Хорошо, а если мы вот так сделаем? Эй. А. Ну, ладно. Слушайте, ну, будем считать, что это типа для прокачки. Ого. У нее что-то изучено? Прикольно. Валим, валим, валим. О, успели отвалить. Так. А, вроде как в старых играх серии там сражение у нас было исключительно по линии. О, не зря все-таки сходили. А вот сражение по кружочку типа инновационное-революционное. Стилет. А, девчуля, давайте посмотрим. Она, кстати, выучила там следующие свои скиллы. Да, она освоила. Тогда стилет. Давай-ка. А у тебя Рит. Рита-Рита. Кушак освоила, значит, ей цепь мы даем. Так, а у нас... Осваиваем. Все. У Рипида... скоро освоит, кстати. Молодец. Умный собак. Так, ну что? Выглядит как меха. Эй! Ничего себе! Это что такое? Тоже бластия? Но мне нужна бластия воды, а не эта марионетка. Что ты делаешь? Нечего его оскорблять. А, действительно у него голова посередине. То, что я принял за нос. Если получится исследовать его, я наконец смогу закончить формулу Ж... Что? А, у бластии нет ядра. Ага. Рита, похоже, здесь один из твоих приятелей. Эй, ты кто? Я из Аспио. Исследователь власти. Очень убедительно. А вы кто такие? Вам нельзя здесь находиться. Вот ты себя и выдал. Я не знаю, кто ты, но уж точно не исследователь из Аспио, если не узнал меня. Я смотрю, кто-то очень скромный. А, с этой работой просто куча проблем. Если не рыцарь, так дети. А, он двигается. Рита! Дай взглянуть. Минутку. Что? Как ты? Я просто хотела вылечить тебя. Оу. Эй, ребят, заканчивайте играть и помогите нам. Ладно, ладно. Я за тем идиотом, а вы разберитесь с этим. Что значит разберитесь? Как ты собираешься прорываться? Ага, этот идиот. Похоже, нам остается только поиграть с этой надоедливой куклой. Давайте покончим с этим и найдем того мерзавца. Босс-файт, я так полагаю. Ого. Ого, ну нафиг. Да, надо уворачиваться. И в этот раз я, кстати, песику не запрещу юзать приемы. Пусть он юзает все, что хочет.
Блин, у них тут разговор, судя по всему, о сюжете, а нам ноль субтитров. Так что я лично японский не знаю и вообще не понимаю, о чем. Ну, то есть я понял, бластия там что-то, но на этом, к сожалению, мое... Срань. Так, хорошо. Ну-ка, вот. Ну-ка. Во, валим. О, отлично. Так, ну, к счастью, мы можем вокруг него, короче, бегать. Блин, прям как рейд в World of Warcraft. Ну, все довольно-таки серьезно. Так, а девчуля, а ты не хочешь бафнуть не песу, а меня? Ну, Юрия. Ну, я Юрий тем временем. Ай! Сверхсила? А, ты засранец. Ребят, уворачиваемся. Ребята, от лучей уворачиваемся. Готово? Здорово! А что за здорово? Ой-ё! Ёк-макарёк. Ай! Ах! Вот ведь. Так. Ладно. О! Ай! О, фак. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо девчулю поднять. Эй. А, предметы. А, мы не можем. Так, тихо. Предметы. Так. Флакон жизни. Да. Отлично, подняли девчулю. Она просто довольно-таки сильная. И в бою без нее нам будет очень грустно, мне кажется. Я защиту держал. Блин. Ладно. Конечно, ближний бой нам здесь не друг совершенно. Девчуля-магачуля, а ты можешь все-таки кастовать? Чем меньше ты лезешь, тем будет лучше. Ай! О! Блочим! Уф. Хорошо. Ну, к счастью... О! Давайте, он встанет. Ай. Ай. Сверхсила. О! Фу, секретная миссия выполнена, обалдеть. Давайте поймаем его. Нужно продвигаться тихо. Так, готовка, не готовка. Жаль. А, уклонение. Шаг назад. О. Фу. Осталось отрезать его из источника энергии. Мне жаль. Рита, скорее! Ладно. Слушайте, а мы какой-то амулет получили, да? Идешь, давай! Но, Флинн... Не похоже, чтобы тут были рыцари, если наш подозрительный приятель в капюшоне свободно здесь разгуливает. Ты думаешь, Флинн... Но моего здесь уже нет. Пойдем. Будь у меня чуть больше времени, я бы смогла вывести формулу оживления. Так вот зачем мы сражались с этой штукой? Конечно. Чтоб тебя! Вы же и так здесь ищете вора, а я просто попросил помочь заодно. Идем. Новая страница в книге битв. Так, окей. Новое снаряжение всегда я люблю. Что у нас там есть? Оберег от отравления. Защита у него хуже. Но он убирает отравление. Да, давайте девчуль тогда дадим. Так, что еще? Я бы, конечно, с удовольствием бы сохранился после этого боя. Потому что сейчас всякое может произойти. Полагаю, что должен был открыться выход, правильно? Ну, то есть чувак, удирая, скорее всего, дверку-то открыл. Или нет? О, смотрите-ка, сохраняльный пункт действительно нас полностью лечит. А мы там можем что-нибудь осмотреть? Сори, что теперь я уже, получается, бегаю туда-сюда обратно, но там что-то очень красивое мигает. И мне интересно. Ну, и я так подозреваю, что, ну, не исключено, что нам надо это осмотреть, иначе мы дальше не пройдем. Ну, точнее как, в моей логике, да? Должна была открыться вот эта дверь. Ну, не знаю, все же я вспомнил, это в World of Warcraft было, когда ты проходил рейд,
а тебе открывали дверку, чтобы ты мог удобно выйти. Но, видимо, не тут, к сожалению. Да, тут как бы хочешь заходи, хочешь обратно беги. Но после того, как в Берсерии, в нашей крепости, нас ее заставляли проходить насквозь раз 9, причем один раз было, ты добежал до другого конца, и тебе так: нет, надо вернуться. И ты такой: Да, то пока что уровни бэктрекинга, ну, вполне допустимые, скажем так. А, ну ладно. Это уже, ну, после всего, что между нами было, так скажем, после того, как мы сразились вот с той штукенцей, я думаю, вот эти вот жабы нам вообще не угроза. Во. Так. Только нам не сюда, кажется, а нам все-таки на камеру. Красиво. Так, ну мыши, давайте вы не будете нападать на нас, мыши. А, здесь дверь не открылась? Здесь дверь не открылась, кстати. Окей. Так, уйё. Ну вот, когда бежишь на камеру, как бы очень сложно знать, что бежит. О, там пёс чё-то... Там что-то пёс, короче, нафигачил. Оп. И теперь молотильник. Я сказал молотильник. О, мы ему прям по щам. Так, хорошо. А что за навыки защита и критическая оборона? О, волчий удар. Резкий толчок и апперкот. Прикольно. О, еще у нас на правую стик что-то будет. Классно, классно. Так, и все-таки навыки. Защита. Усиливает физическую защиту, уклонение, восстановление. Спасибо вам. Так, хорошо. А куда мы с вами собирались-то? Мы хотели отсюда... Оп! Эй! Эй! Ну, блин. Да... Ладно, я, пожалуй, не буду комментировать. Волчий удар. О, он прикольный. Ну-ка, давайте его попробуем в комбо как-то писать. Ну-ка. Раз, два, три и волчий удар. И теперь такой ты-ды-ды-ды-ды. Ну-ка, волчий удар. Прикольный. Да, я его исполнял несколько раз, но неосознанно, скажем так. Ух, красавчики. Уровень. Такс. Мы туда вообще с вами двигаемся-то? Все правильно, на выход? Кажется, да. Ну-ка. Да, мать твою за ногу, жаба. Во. После волшебных слов жаб все-таки... А, слушайте, а если вот так раз-два, а теперь подбросить? А, ладно. Рита, у тебя получилось? Да, наверное. Ты просто чудо. Я так с ума сойду. Ну, да. Кстати, все-таки, что у нас в готовке? Да, из нашего меню мы не можем ничего. Обидно. Ладно. О, мышка отвернула. Смотрите, вот он. А, это он их контролирует, что ли? Ну, судя по вот этому, вот этой схватке. А, Юрий, отходим. О, а теперь раз, два, три. И вот так вот, хыщ. И вот так вот, хыщ, хыщ. А теперь вверх. Уху, прикольно. Как ты мог просто украсть ядро и сбежать? А, стойте, стойте, не надо. Меня просто наняли. Пообещали хорошо заплатить за любое ядро власти, которое я найду. Ты украл ядра из имперской столицы? Из столицы? Нет, нет. Это не я. Значит, один из твоих дружков. Да. Этот подлец Дедеки. И где же он сейчас? Прямо сейчас забирает деньги от нанимателя. Нанимателя, значит? И кто это может быть? Я знаю только, что он где-то в гавани Торим. Больше мне ничего не известно. Огромный одноглазый человек со шрамом на правой щеке. Так этот парень собирает все ядра? И где ты украл это кольцо чародея?
Ну, кто сказал, что я его украл? Наниматель дал его мне, сказал, пригодится в работе. Лжец, это не такая вещь, которую главарь карманников мог прибрать к рукам. И я не вру, вы должны мне поверить. Все это довольно серьезно. Думаете, за этим стоит кто-то важный? Полагаю, вы на правильном пути, капитан Кэрол. Это не похоже на обычную уравскую шайку. Проклятье, сначала рыцарь, потом монстр, теперь это. Рыцари? Значит, Флинн все же был здесь? Да, точно этот проклятый рыцарь. Заткнись. Отлично, Рита, ты его вырубила. Что теперь? Я позже пришлю городскую стражу, чтобы подобрали его. Ладно, давайте вернемся в Аспиа. Ну, все пошли сюда, значит, выход где-то здесь. О! Ну, или так, тоже вариант. Эй, выход не здесь, кстати. Ну, с этими мы просто получаем преимущество. Грех им не наколбасит за это. Да? Ой, он лизнул меня. Этот поганец слизнул меня. Эй, хватит меня лизать. Так. Да, конечно, коллекция лосося у нас с вами просто огромная. Мы можем открыть свой магазин свежей рыбы. О, вот, вот так вот. А, вот, вот выход же. Долго бы я его искал, если бы сейчас пропустил. Ну что, нам надо вернуться в Аспио, что ли? Или как, или куда? По-моему, да. По-моему, все об этом говорили. Окей, Аспио так Аспио. Ну, игра так по рельсикам нас ведет. Я, кстати, не любитель открытых миров, много раз уже это говорил. Я всегда в них теряюсь, вот эту штуку всегда мне нравится зафигачивать. Она такая таинственная. Я не знаю, как по-другому это сказать, но она очень клевая, мохнатая и похожа, знаете, на больших собак, у которых очень много такой мягкой шерсти. Почему мне при этом ее хочется прибить? Мне не хочется ее прибить, мне хочется с ней пообщаться, ладно. Мы так и не встретили Флинна. Кто такой этот рыцарь? Он друг Юрия. Твой друг? Это нам нелегко. Что? Неважно. Так что привело его в этот город? Флинн искал мага, чтобы он помог восстановить власть у барьера в Халуре. А, этот паренек. Ко мне он тоже приходил. Флинн? С ним все в порядке? Да, вроде бы. Вроде бы. Поскольку он рыцарь, я уверена, что он уговорил какого-нибудь мага помочь. Может, парень уже вернулся в Халур? О, нет. Ну, вы все еще мне не доверяете? Мне кажется, Рита не тот человек, который станет красть. Можешь ручаться за нее сколько угодно, но это не доказывает ее невиновность. Но... Не старайся убедить его поверить мне, но я и правда этого не делала. Ха, думаю, исследование подходит тебе больше, чем воровство. Странный. Юрий не очень хорошо выражает свои чувства. Странный он. Я сообщу городской страже о том, что произошло. Идите в мою лабораторию, ждите меня там. Ты только пропуск наш покажи им. Боюсь, эти упрямые стражи не дадут нам пройти. И правда, возьми это. Покажите это страже, они вас пропустят. Спасибо. Слушайте меня, не покидайте город без моего разрешения или пожалеете. Пропуск. А Рита покидает команду. Юрий, хорошо ведь, что укравший ядро вор, за которым ты хочешь, оказался не Ритой. А откуда ты это знаешь? На самом деле, на личность вора мне плевать. Лучше бы это была Рита. Дело было бы сделано. Надеюсь, она это не слышала. Но у нас хотя бы есть зацепка, чтобы поймать настоящего преступника. Тут жаловаться не на что. Я бы зашел в местный магазинчик, если тут таковой имеется. Потому что, ну, наверняка что-нибудь мы прикольное-то можем здесь купить, отыскать. А Рита сказала отправляться к ней, но кто нам запретит немножко прогуляться, правда? О, в колпаке еще один. Значит, свой Мордио, вот это дела. Так, а это что за башня? У них тут есть вообще магазин? Заперто, должно быть, это настоящий секрет. Даже форма замочной скважины тут уникальная. Окей. Не пушают.
Хорошо, а вот в эту сторону, по-моему, была библиотека, да? Судя по всему, она самая. Но я помню, что здесь была книжечка, которая нам позволит сохраниться. И, наверное, давайте на этом этот эпизод закончим, а продолжим уже в следующий раз. Посему спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбоа, Антону Церу, брату Монзо, Серджио Атирадору, Буэ, Фёсту и КДВ-45РУС за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вы здесь проходите игру вместе со мной, ну а мы с вами встретимся завтра. Пока что на этом все. Удачи, счастливо, пока-пока, увидимся.